Приветствую тебя на канале Химик Airsoft. И сегодня будет видеообзор на новый прицел, который я заказал в своей будущей МТВ. Да-да, я так же, как и некоторые из вас, стою в очереди на бронирование в ожидании этого привода от Зорга. И я очень надеюсь, что Вольверинка скоро придет, ведь у меня уже все для этого есть. И прицел, и баллон, и линия. Не хватает только разве что терпения. Впрочем, давайте вернемся к обзору прицела. Заказал я прицел от фирмы Westhunter HD1624. Кратность от 1 до 6 и диаметр линзы 24 мм. Опцию я выбрал с фирменным кронштейном и прицельной сеткой с подсветочкой. Прицел мне шел из России с доставкой примерно неделю. Кстати, любопытно, что в последнее время посылки с AliExpress приходят в Казань-экспресс, и это происходит гораздо быстрее, чем почты России. В коробке нас ждет сверток с кронштейном, который мы позднее распакуем, дополнительный удлинитель для ручки корректировки кратности прицела, сам прицел упакован вот такой вот пакет на резинке с полиуретановой защитой в коробке и с защитными крышками на окулярах. Также нам не забыли положить фирменный мерч, который одновременно показывает нам прицельную сетку и как ей пользоваться. Здесь отображены милы, градусы и все как положено. Также там лежит гарантийный талон и стандартная инструкция для всех прицелов Westhunter с обозначением основных функциональных возможностей прицелов. Ну и само собой ветошь для протирки линзы прицела. Если хорошенько покопаться в коробке, можно найти пакетик, в котором лежит ключ, необходимый для настройки прицела, и удлинитель кольца корректировки кратности. Фирменный кронштейн, как мне показалось, посажен достаточно низко. Мне как раз такой и нужен, но на сайте AliExpress можно выбрать опцию с подходящими для вас кольцами. Данный кронштейн не подойдет на винтовку М24. Как известно, планка, на которую крепится прицел на данной винтовке, не является планкой Picatinny, хотя внешне на нее и похоже. Здесь располагаются проточки под обычные стандартные кольца прицелов. Поэтому ширина самих канавок тут меньше, и этот прицел здесь не установить. На моей запасной винтовке L96 от Well этот прицел также не удастся установить, поскольку это тоже не планка Picatinny. Стандартная планка Picatinny имеет расстояние между порожками в 5 мм, ширина порожков тоже равна 5 мм, а на данной винтовке это сделано иначе. Так что если вы планируете использовать данный прицел на болтовке, рекомендую приобретать другие кольца. А вот сюда данный кронштейн садится очень хорошо. И также хорошо он сядет на будущую МТВ, которую я все так же жду с нетерпением. Если верить производителю, на линзу нанесен специальный антибликовый слой. Не знаю, так это на самом деле или нет, но зеленый оттенок смотрится гораздо лучше, чем красный или розовый. К тому же, в лесу этот оттенок будет менее заметен. Ну а теперь настало время заглянуть непосредственно в прицел, в его окуляр. А посмотреть там действительно есть на что, ведь тут нас ждет настоящая честная единичка. Линза достаточно светлая, не темнит, не мылит и имеет просторный и ясный обзор. Как положено прицелу, выставленному на кратность 1, здесь запускается значительное отклонение глаза от линии прицеливания до момента, когда мы увидим Луну. На более высокой кратности угол зрения сужается, и чем больше в сторону мы уводим глаз, тем более будут заметны края прицела. Но на трехкратном увеличении нам пока что по-прежнему удается хорошее расстояние для этого. На шестерке луна становится более заметной и чувствительной к положению вашего глаза. Но если будете использовать приклад с упором щеки, то это не станет для вас большой проблемой. Кстати, на таком увеличении, максимально для этого прицела, я не заметил сильных хроматических аберраций. Поговорим о подсветке. Подсветка здесь двух видов. Красная и зеленая. Оба этих варианта имеют несколько режимов яркости, но несмотря на это, самый яркий режим для каждого из цветов не позволяет видеть этот цвет в яркий солнечный день. Впрочем, как по мне, это особо и не нужно.
днем очень хорошо видно черную метку. И лично мое мнение, что подсветка прицела это лишнее. Ястировка прицела стандартная, поворотными бочками, изначально заблокированная, чтобы настроить прицел, нужно сначала потянуть бочонок на себя. Поворот на один щелчок – это 1/5 мил. Все то же самое на вертикальной регулировке. Сбоку находится блок управления подсветкой с выбором режимов и батарейным отсеком. Батарейка стандарта 2032. Кратность настраивается в диапазоне от 1 до 6 с помощью поворотного кольца. Ход кольца плавный, с небольшим усилием. В комплекте с прицелом шел усилитель рычага кольца, я его устанавливать не стал, мне достаточно этого, который установлен сейчас. На конце окуляра имеется регулировка диоптрий, которая настраивает ваш прицел под глаз. А с противоположной стороны прицела дополнительных настроек нет. Иногда на прицелах устанавливают регулировку, по которой можно определять расстояние. Это такая же фокусировка, как и с противоположного конца линзы, только на передней стороне. Для того, чтобы вы могли по фокусу определить, на какую дистанцию вы сейчас смотрите, например, заранее выставив 100 ярдов. Если в прицеле картинка будет четкой, значит вы смотрите на 100. Выходной окуляр 24 мм с резьбой под блендом. И на этом у меня все. Увидимся в прицеле. Пока!